Где смеяться? Шоу, в котором участники читают друг другу шутки. Как зовут самку верблюда? Есть одно но. Нельзя смеяться, потому что проигравший выполняет наказание. Чат GPT, сейчас вы должны сгенерировать наказание. Нужно будет позвонить... Молодежь пошла. Целый день в телефоне. Я в молодости строителем был. Дома строил. Дядя Людвиг, я так-то тоже могу дома строить. Ты? Дома? Да. В Плюс Сити. Я тоже хочу. Что для этого нужно сделать? Нужно просто скачать игру. Здесь ты можешь построить свой город мечты на основе экосистемы Яндекса. В Плюс Сити есть множество мини-игр, например, «Три в ряд» или «Комбинатор». Куча отсылок к жизни и культуре, например, комната друзей. А еще ты будешь получать бонусы в игре, когда будешь заказывать свой любимый кефир в Яндекс.Лавке. Я еще люблю на Яндекс.Такси кататься. Это как-то поможет? Конечно. Пользуйся сервисами от Яндекса. Это помогает быстрее развиваться в игре, а также получать новые домики и персонажи. Недавно еще в магазине появился новый раздел «Баловство». В нем можно покупать за баллы Яндекс Плюса новых персонажей и декор. Например, я купил себе Риану Кивза и сейчас коплю на дом Гули Гулливера. Переходите и вы по ссылке в описании, скачивайте Плюс Сити, играйте в красивую и увлекательную игру. Хупа! Кстати, ты заметил, что Эльвин вернулся? Похудел. Не похудел. Кушал. Кстати, он похудел, еще и похудел. Нервяк. Видите, он когда был у нас на шоу, да, его кормили, он зарабатывал. Вот ушел куда-то, бомжевал, похудел, вот он вернулся обратно. Паш, похудел, тоже, вернулся. Может, пропадешь немножко? Не, Паша надо на лет 10. Съемок на 20, братан. Реально можешь. Да я пропаду, не переживай. Ты не пропадешь никогда, понял? Тебе не дадим, чтобы ты пропал. Что сказал Паша? Ты, то бишь. Когда в него въехал КамАЗ? Ты чё несёшься? Реально? Куда ты несёшься? Чё ты здесь носишь-то? Один. Чё ты здесь? Почему я не знаю? Потому что улыбаешься. Ты тоже хуй улыбаешься. Я не улыбаюсь. У Паши свои слова там. Хорошие, приятные. Пухлые. Давай. Как сказал, пухлые? Не-не, они к тебе. Я вообще не... Уважаемая пенсионерка, что же вы сидите? Я не к тебе, Паша, я тоже пухлый. Где? Но ты хуже. Как вот, как заебывают худые люди, которые говорят, что они толстые. Да я не худой, я толстый. Я толстый, ну, посмотри ты, на да. Этот мешок сельдерея. Ну ладно, твой. Ты да, ладно. Ответ какой был? Какой? Он не сказал ответ. Такой же прям. А, такой? Да. Мы шоу снимаем. Да. Просто они уже так, что, хату хочешь брать? Ну да, я, наверное, на днях возьму. Почему шутить можно над всеми, кроме без... Нет, ребята, все происходит. Все, извините, все хорошо, а? Простите, пожалуйста, все. Почему шутить можно над всеми, кроме безногих? Глаза смотри. Почему? Глаза смотри. Да, ну допросик. Ты как вот бы. Так сделал? Я, ну, я вот, у меня вот так улыбка исчезает. Не знаю. Шутки про них обычно не заходят. Смешно, что ты вот так сделал. Типа, ты не знаешь и вот так прочитал. То есть у тебя в голове этой информации не было. Ты не знаешь? Глаза смотри, сука. Сука. Глаза пали мне, ёпта. Ну, мне надо читать, я же как буду смотреть. Вот так. Это Нарык только может, у него глаза там разные. Паша выглядит как версия Эминема. Ну, было бы не смешно, если бы ты не запнулся. Эминема. Эминема. Который продолжил в своей жизни работать на заводе. Так, ну что, Василек, поехали. Василек. Ты побелкой занимался. Конечно. Как называют ебанутого француза? Жан-Жак Долбасье. Долбасье? Долбасье. Жан-Жак Долбасье. Как называют ебанутого француза? Я же сказал. Как называют ебанутого француза? Франшиза.
Нормал. Франшиза. Почему Паша не ходит к проктологу? Уже смешно. Почему? Как ты думаешь? Все слипшееся. Не, потому что врач не может понять, где у Паши зад. Ну все, все одинаково. Хуй мелкий, в смысле. Все одинаково. Все, все как жопа. Все, все, все в разрезах. Все. Вот если сейчас спиной повернешься, я дальше буду говорить. Зато челка будет. Что сказали Паше, когда зашли в баню? А можно всех посмотреть? Ну, типа, ты проститутка. Шлюха. Грязная. Не, уже мыть-то ты в бане. Чем отличается Паша от надувной лодки? В надувную лодку вмещается на 3 человека больше. То есть 7. Почему Паша никогда... Это шутка, Паш, шутка. Это типа не в тебе дело. Почему Паша никогда не пойдет в зал и не сделает пересадку волос? Почему? Потому что искусство требует жертв. А искусство? Искусство требует жертв. Потому что... искусство требует... Что общего у близорукого гинеколога и собаки? Нюх. Гинеколог как делает? Нюх. Гинеколог так делает? Как? Прям целует? Целую. Целую? Ну он все, прием закончил, говорит, все, целую. Обнял. Что общего у близорукого гинеколога и собаки? Нюх у них такой-то. Мокрый носик. Как называется ссылка, по которой можно почитать сплетни? Ты кушаешь? Я свеклу не доел. Вот так. Свекла по зубам гуляет. Как называется ссылка, по которой можно почитать сплетни? Кулуар-код. Я тоже не понял сейчас. Поясните. Ну в кулуарах же самое такое. Да, ну понятно. Надо у него спрашивать, он все знает, он все объясняет. Как называется армянский детский киножурнал? Я думал, скажешь, лаваш. Детский лаваш? Армянский. Армянский детский лаваш. Ёб твою медь. Как называется армянский детский киножурнал? Аралаш. Тоже хорошо, да? Ереваш. Бля, да. Как и в конце вот это тара-тара-та. Ара! Почему врач? Почему врач не стал оперировать больного раком? Не знаю, не спасти, наверное, что ли. Что-то как-то неудобно. Как называется тусовка аллергиков БДМщиков? БДМщиков? Как называется... А БДМ что такое? БДМ — это запчасть. Как называется тусовка аллергиков БДСМщиков? БДСМщиков. А ну я не знаю, что это такое. БДСМ? Конечно. Еще это, когда они все БДСМщиков. Себя ремнями хлещут. Как называется Плеточка. Тусовка аллергиков и БДСМщиков? БДСМщиков. Как называется аллергиков и СММщиков? ОСМРщиков. Так, ну? Ну? Квинки пати. А это что? Это аллергик, это что? Квинки это что, типа, что-то аллергическое? Да, отек квинки. Чем проститутки похожи на родинки? Кушаешь это? Становится раком. Что сказал полный стакан, когда увидел пустой?
Да это же вылитый я. Круто. Круто, да? Да. Это? Хорошо. Почему жена вампира несчастна с ним? Потому что он делает куни только раз в месяц. Не догнал? Mm-hmm. Сейчас это объяснять тебе? А там это? Да, объясни. А там... Есть дни. Вампиры что любят? Ночь? Еще что? А почему раз в месяц? Там же они, по-моему, несколько дней, не? Ты опять шутку хочешь разобрать? Ну, то есть по факту давай так, 5 дней, ну, 5 раз в месяц. Но, иногда 4. Но если у нее живот начал болеть, там, не знаю, давай это обсуждать. А, ёпта. Так видите, Эльвин даже столько сейчас помнит. Я понял. Ты тоже понял? Серьезно? Когда идет... Ну, типа, вампиры что любят? Кровь. Это тоже объяснять? Нет, все, я куни, понял. Когда куни все, делают все, во время месяца, все, у него все, крови, все. Он кайфует и все. Все, я понял, когда тетка протекает. Вот, тетка протекает. Что? Смотри, на х начинается, на их краткое. Их краткое? Да. Заканчивается. Угу. Твоей бабуле обожается. Что это? Да, ну Гефт, про бабушку так говорить. Ну слушай, ну, это, блядь, бабуля любит, что это? Хей. Хей. Хей, внучок. Хуевей. Хуевей. Не попал почти. Не хватило-то там, блядь, пару букв. Хуевей. Хуевей. Внучок. Я считаю, что я больше смеялся. Я? Да. Да Паша больше натворачивался. Паша больше. А ты смеялся. Так, у нас наказание современное. Короче, чат GPT, сейчас вы должны сгенерировать наказание сами. Это обычный смешной танец. Да! Спасибо, ИИ, блин, чувак, мы бы такое не придумали. Ты готов? Если Паша музыку выберет. Конечно, готов, Паша. Что я выбрал? Ну где, давай, мы тебя поддерживаем. А маму заблокируют. Андрей не любит чай, он больше про кофе. Хорош, зацепились. Ебать, он сильный. Зацепились. Удалите. Удалите это привидение. У меня есть факты. Просто начнем с фактов об Андрее Прокофьеве. Андрей Прокофьев искренне мечтает о Cherry Tiggo 7 Pro Max. Есть любимый вкус Lit Energy. Нет, я его выбираю еще, я сейчас езжу на завод. Он является третьим участником рака Макафо. Это раритетный факт, кстати. Слабее под раки Джарахова. Это безнужный факт. Есть андроид со стилусом. Фотоет пейзажи на панораму. Это были факты про Прокофьева. Спасибо большое. Молодец, Нарик. Молодец. Интересно было. Какой из глаз на река шире? Шоколадный. У него, кстати, все три шоколадные. Почему Нарек не может выбрать себе следующего противника? Почему? Глаза разбегаются. Все, реально, обо мне такой факт, у меня такой. Ну, теперь мы знаем, что у тебя. Какой реальный факт? Огромное очко и косоглазие — это не твои сильные стороны. Что поможет убрать жвачку с волос? Рак. Почему Нарек не катается? Подожди, пожалуйста. Что, почему ты смеешься?
Ничего, бля. Шутка смешная. У Паши под животом карп начал шевелиться. Которого он на ужин приготовил. Ну, причем сухой который. Он влагу впитал немножко. Кстати, Андрюха думает, что я нарек. Это правда. А правильно нарек? Правильно пухляш из попы моей. Почему нарек не катается на водных лыжах? Не знаю. Не может найти озеро с наклоном. Типа с гор, типа? Угу. Слушай, Андрюха, скажи, а это твой ягуар возле ухода стоит? Нихуя себе. Это та раритетная шутка, давай, которую из клатча достают? Нет, домой. Домой. А можно я допью? Ух ты. На вожуха за это? Да нет, конечно. Это во времена как раз таки Бродвея. Однажды я запустил бумеранг, и он не вернулся. С тех пор я каждый день живу в страхе. В каком? В натуре все? Ну да. Тут, короче, распечатали шутки на листике А4. А вот это прям желтый, блядь, знаешь, из метро вот эти анекдоты, которые продаются. Его сюда вклеили с желтой бумажкой. Разными буквами еще вот так. Да, да. Заранее обоссанная шутка. Здравствуйте, это клуб людей, предугадывающих шутки. Здравствуйте, нет. Пизда. Ну, можно было еще по-другому ответить. Пизда, блядь, охуенно. Как называют очень редкий секс? Семейный. В кои-тус веке. Что? Почему Орбит ушел из России? Его признали нежелательной организацией в РФ. Такая. Хорошая такая. Из журнала Кул или Браво. Хорошая. Человек, который умеет вовремя вынуть... Талант, который не передается по наследству. Был секс у тебя? Да. Ну расскажи, как там? Что там делается? Ну, я люблю жестко ебаться. В общественной бане. Не снимая джинсы. Причем? Так, почему человека не пустили в сауну? Почему? Его там забанили. Как зовут пьяного волшебника? Андрей Прокофьев. Пере Гарри Поттер. Фу, почему этот самогон так говном воняет? Почему? Да не, там дальше. Да. Там, ну, там смотреть надо. Диалог типа. Да. Да не обращай внимания, пей давай. Иван всегда любил настаивать на своем. Начинают уходить люди. Как называется магазин концтоваров от популярной блогерши? Как? Ким Карандашьян. Как зовут самку верблюда? Самку верблюда. Верблюда. Реально верблюда? Да? Нет? Верблять. Для верблюда круто звучит. Ну да. Какой Мерседес собирают в Краснодарском крае? Геленджиквин. Близко. Геленджип. С каким звуком он ездит, мальчики? Ау. Почему Бэтмен не закрывает лицо маской полностью? Почему? Чтобы полиция знала, что он белый. Как зовут сына недоверчивого бизнесмена? Хороший. Саша Андреев. Предоплата слав. Можешь, кстати,
Алло, покупай. Алло, салам алейкум. Кәлбәр әсән, жәлгәр әндәр әмәсән. Алло. Я что, ни в одно слово не попал? Эльвину звонили по поводу туфлей. Он каблуки увеличивает на туфлях. Да все равно нет наличия. Есть для вас наказание. Какое? На Реку нужно будет позвонить своей маме и рассказать ей одну из шуток и спросить, насколько... Только честно, маме звони. А она еще будет говорить, как она меня сильно любит. Только не смущайте меня. А познакомься с мамой сейчас. Я сейчас... А вы? Мы нормально. Мы сейчас с Андреем Прокофьевым из Кликлака. Ну я такой... может, знаете, там Эльдар Жирахова? Да, мы сейчас, короче, ну, короче, с блогером популярным сейчас я нашел. Ой, ты мой хороший. Фотографируешься? Да, я сфотографируюсь. Прикольно. Да, дай папу. Да? Да, пап, привет. Такой же голос. Пацан-то, прославляйся. Как дела? Да ничего, мягче, камац-камац. Камац-камац. Да, камац-камац, это как? Я тоже нормально. Сейчас нашел, шутки читаю. Скажи, что с Андреем Прокофьевым. С Андреем Прокофьевым из Кликлака. Они у них на СТС шоу есть. Увеличиваем, узнаваем. Аудиторию. Меня попросили позвонить и вам шутки рассказать. Давай, пап, послушаешь и скажешь, смешно это или нет. Давай. Пап, как зовут... Пап, как зовут пьяного волшебника? Пьяный волшебник? Да. Пери Гарри Поттер. Вот. Не-не-не. Ага. Не понял? Пере Гарри. Пере Гарри, да. Пере Гарри, ну, Пере Гарри, типа там, типа перегар у него. Еще вот пап такая есть. Доктор, я сломал ногу в двух местах. Вы запомнили эти места? Да, больше туда не ходите. Человек, который умеет вовремя вынуть. Это талант, который не передается по наследству. Алишан, это знаешь как? Можно по-другому думать сначала. Ну как ты. Не, как ты подумал, на самом деле, к сожалению, так оно и имеется в виду. Да? Да. И все, пап. Нужно я поговорю. Сейчас я последнее, я сейчас другу дам трубку, который из Кликлака на СТС. И он рассказывает анекдот. Значит, заезжает на заправку гномик, очень маленький человек некоторый, и говорит кассиру, можно мне капельку бензина и капельку масла? А кассир ему говорит, может быть, тебе еще и в колесико пукнуть? Ну вот, это смешно. Насколько от 1 до 10? Ну так, 6-7 так. 6-7 баллов. С вами аджику сделали, да? Аджику сделали? Да, отправьте. Тебе тоже? Только несколько, пап, отправь. Я еще вот Андрею отправлю из Кликлака на СТС. Это аджика для Андрея из Кликлака. Все, пап, целую, люблю, написано, пока. Да. Маме дашь еще? Может, я еще? Можно я маме анекдот расскажу? Да. Мам, и все, напоследок еще сейчас Андрей анекдот расскажет, и все, я ухожу. Здравствуйте, меня зовут Прокофьев Андрей Олегович, я из Кликлака на СТС. Хотел бы вам рассказать анекдот. Значит, у мужчины появились глисты. Он пошел к доктору решать эту проблему. И доктор ему говорит, вы 5 дней кушаете, пейте кефир 5 дней и 4 дня кушайте булочку. Ну, мужчина услышал, пришел домой. И вот первый день, второй день, третий, четвертый день кефир с булочкой кушает, а на пятый день просто кефир пьет. И тут на пятый день он чувствует, что что-то в интересном месте чешется. И снимает штанишки, смотрит, а там глист вылез и говорит ему, а где булочка? Вот. Сейчас, подожди. Там реакция. Я очень рад, что вас рассмешил.
Бедный Нарек, просто ему плохо, в общем. На сколько от 1 до 10 анекдотик? 10. 10? Все, все вам. Нарек, надо сказать, что у тебя потрясающие родители. Да. Угу. Спасибо, Андрю. Спасибо. Куба!